Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами монеткой. Называется Binance Coin. В сокращенном виде BNB. Где мы будем абсолютно без вложений собирать эту монетку. На данный момент эта монетка стоит, если мы перейдем на CoinMarketCap, вот Binance Coin, $18.25. Вот. Давайте перейдем на кран. Значит, давайте соберем, что ли, для начала раз здесь. Здесь можно получать от 1644 монеты и самое большое 16 монеток. Нажимаем Roll. Вот таймер, видите, крутится. И мне дали 1644 монетку. Вот она сразу вот на моем балансе. Также здесь, друзья, можно получать промокод, если мы кликнем на Twitter. Нас перебросит. И вот в Твиттере появляются вот эти промокоды. Можно их вставлять и еще раз делать клейм. Вот. Как бы. Вернемся сюда. Давайте пройдемся по вкладочкам. Сбор раз в час. Идет таймер. Через час опять можно собирать. Значит, тут это free биткоин. Да, друзья, не сказала я про регистрацию. Регистрация очень простая. Просто вводите email-адрес, два раза пароль. Нажимаете регистрация. Идете на почту, подтверждаете адрес электронной почты. И все, вы в кабинете. Ну, вход, естественно, по имейлу и паролю. Реферальная программа, здесь у нас находится партнерская ссылочка, вот она. Далее здесь у нас вопросы-ответы, обязательно прочитать, я все зачитывать не буду, только покажу вам минимальный вывод, сколько вот здесь. Вот минимум виндрав, кликаем сюда, и нам ответ: минимальный вывод 0.05 монеток. Сеттинг, раздел сеттинг. Нужно прописать адрес вот этой монеты Binance Coin. Где мы ее берем? Идем на биржу Binance. Это монета от биржи Binance. Их монетка. И вот тут сразу BNB. Вот у меня тут немножечко есть монет. Значит, ищем вот эту монетку. Если ее здесь нет, то можете как бы скопировать вот эту и вставить в поисковик. Нажать на Enter, и у вас появится. Значит, мы будем здесь ввод, вывод, торговать. Нам это не надо. Ввод кликаем. И что у нас здесь? Копируем адрес. Кликаем копировать. Адрес скопирован. Идем. Вставляем сюда свой адрес. И что? Виндрав адрес. Кликаем. Нет. Так, что это у нас? Давайте переведем на русский. Так, повторить попытку. Письмо уже было отправлено. Для... Пожалуйста, подождите 5 минут, прежде чем пытаться. Понятно. Мне на почту. Ага. Все это делается через почту. Понимаете? Я все делаю в режиме онлайн. Чтобы входящие. Вот. Так, FreeBitcoin. Так, вот. Виндрав адрес. Что у нас тут пишут? Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы изменить адрес вывода. Кликаю.
переводим на русский. Так, ваш адрес вывода был успешно изменен. Все, друзья, я сохранила свой адрес. Далее, так, сеттинг. Так, рекламка. Сейчас закрою. Здесь статистика. WinDraw. Здесь вкладочка вывода. Когда будет что выводить, мы здесь будем выводить. Вот здесь слева кликаем WinDraw. Сюда. Так. И когда будет, что у нас здесь? Так. Опять. Вот минимум у меня написано 0.05. Мне здесь нечего еще как бы и выводить. Понятно с этим. Далее. Reroll. Вот это что у нас? Это здесь также можно бесплатные роллы. Нажмите на любую ссылку ниже, чтобы создать бесплатный ролл. Господи, язык заплетается. Давайте попробуем. Ссылка 1. Что у меня две вкладки сразу открылось. Что это такое? Ждем. А это у нас, друзья, короткие ссылки. Походу. Я так понимаю. Что-то здесь такое. Видите, долго грузит. Так, вперед. Не знаю, даже правильно я сделаю или нет. Я вот не знаю. Потому что короткие ссылки, они... Я их не люблю. Здесь у нас что-то присваивает, что-то. Так, ну давайте. Так, нажмем. Ух ты, смотрите. Не, что-то здесь отменить передачу. Не, друзья, я сюда не пойду, что-то здесь скачивается. Мне такого не надо. Видите? Ну что, просто на кране. Раз в час заходим, собираем. Будет что выводить. Естественно, буду выводить монетки и писать видео по выводу. Но кран платит. Это официальная монетка биржи Binance. Вот. Так что нет сомнений, что он не будет платить. Кому интересно, пользуемся. Ну, не интересно, друзья, проходим мимо. Дело ваше. Я вам подала информацию. Ну, а принимать информацию или нет, это как бы дело хозяйское. Всем удачи, до новых встреч.